Индийские исследователи выяснили, что в мире за последние 6 лет из-за селфи погибли свыше 250 человек, написало издание Washington Post. Чаще всего незадачливые любители запечатлеть себя тонут, умирают при столкновении с транспортом, а также разбиваются, упав с высоты. Больше всего в процессе селфи погибают в Индии. В погоне за эффектным кадром также часто умирают в России, США и Пакистане. РЖД думает заменить полки в плацкартных вагонах капсулами. Не исключено, что это будет пространство-трансформер, которое пассажир сможет корректировать под себя с учетом индивидуального комфорта, сообщил агентству Регнум генеральный директор компании Олег Белозеров. При этом предложение вызывает вопросы у психологов. Они опасаются за психику людей, которым придется добираться в капсулах несколько суток по пути из Барнаула в Москву или во Владивосток. В Челябинске объявлен срочный набор водителей категории С и грузчиков экипажей для работы на автомобилях по вывозу отходов. Опыт соискателя на спецтехнике приветствуется. Водителям обещают зарплату в 28-30 тысяч рублей, а грузчикам 18-20 тысяч. Работать предстоит по графику на новых автомобилях КАМАЗ, информирует «Комсомольская правда».